Во вторник в Самарской области будет пасмурно и облачно. Практически везде пройдет дождь, местами сильный, возможно, гроза. Температура днем 20-25 градусов тепла, ночью 14-16 выше 0. В Сызрани небо закроют тучи, пройдет дождь, гроза. Днем плюс 21 градус, ночью плюс 15. Ветер юго-западной, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно и дождь, плюс 21 градус в дневное время, ночью 16 выше 0. Юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, небольшой дождь, гроза. Дневная температура 21 градус тепла, ночью плюс 14, ветер юго-западного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87%, температура воды в реке Волга 20 градусов, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.